Всем привет, уважаемые любители хороших игр, с вами Северус, и мы продолжаем наши войны за сердца и тех, кто побывал на этой войне, наших четырех персонажей. Сейчас мы играем за Фрейди, и нам обещали показать какое-то очень современное оружие для того времени. Ну давайте посмотрим, вперед! И уже тут же что там? Битва на Соме. Целью наступательной операции, получившей название «Битва на Соме», было освобождение германских войск в районе Вердена. Окинув часть сил. Так, историческая справка. Первый танк. Танк Марк 1. Танки, разрабатывавшиеся в условиях строгой секретности, были названы танк. Танк бака, цистерна. От английского. Из соображений безопасности нужно было скрыть от вражеских шпионов истинное назначение этих машин. В официальных документах говорилось лишь об устройстве для транспортировки воды русским войскам. Первая модель танка, названная Марк 1, модель 1, да, самый первый танк. Вот это сейчас будет интересно. Ой, какой красавец. Ага, я так понимаю, что нам дадут возможность пострелять. Ну... Что я ни в один самолет не попал? Да спокойно. Отлично, один сбили. Это что такое? Не знаю, что-то простое. Идем дальше. Так. На. Второй сбили. Ага, ты думал нас так просто взять? Ничего подобного. О. Особые рода войск. Ну, давайте, идите, летите сюда. Сейчас мы с вами. Да что такое? Чё ж не поднимается-то? У нас солдат погиб. Почему пушка не поднимается? А, все, это предел, понятно. Она больше, в принципе, не поднимается. Минус. Идем дальше. Так, бомбардировка. Вот где-то здесь надо останавливаться, чтобы вверх бомбили. Вот. Отлично. Так, четырех спасли. Все, прорвемся. Нам такое... Ух ты! Подбили. Уходим вниз. Ой-ой-ой-ой. Стоп, а потушить разве нет? Так, надо потушить, да, я так понимаю? Ну вот, я правильно подумал. То надо тушить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Куда убежал-то? Мы сейчас с тобой не договорили. Телеграмма. Так, чего тут у нас интересного? Есть что кинуть. Я так понимаю, есть даже куда кинуть. Я не докину по ходу дела. Тогда давайте вот так. Бабах, есть. Вот это мы двигаем вот сюда. Сейчас еще гранат возьмем. Ничего, сейчас ты у меня дождешься. Поднимаемся наверх, поднимаемся наверх. И лови сюрприз. Есть. Е. Так, подождите, ребята. Сейчас я вернусь. Не, ну динамита здесь, конечно. В атаку! В атаку! Что такое? А что, я в танк сесть уже не могу? Да? Нет, могу. Что это я в танк сесть не могу? Ну что, где там они?
Я понял тебя. На. Как попали-то? Я же... А выстрел? Что делать будет? Еще раз. Что-то... Да я понял, на. Минус. Ага, не ожидал, да? Что я первым стрельну. На. Ага, не ожидали. А вы думали. На. Еще одного подбили. Где? Вот он. Еще один упал. Все? И че? Так, у нас новое оружие. Вот это было красиво. И... Гад. Драка. На. 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 У нас рукопашный бой. Получай. А ты думал? Есть. Из-за множества промахов и проигранных боев барон фон Дорф был разжалован и отправлен в тыл, что для него было хуже смерти. Вот так вот. 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла. Анна тут же отправилась в путь. «39 километров». Воби, Кур, Франция, 18 января 1917 года. Прятались. Мало ли. Вы никого не видели. У нас дневник. Смотрим. 5-й месяц, и я бреду вперед по сельским окраинам. Очень хочется есть, но к деревням приближаться нельзя. Я как-то попробовал заговорить с местными, но они узнали мой акцент и в итоге меня чуть не арестовали. Нужно быть как можно более осторожным. Понятно. Прячемся от всех и вся. А я помочь могу? Не, ну я же могу помочь. И все, и я даже ударить не могу. Потрясающе. Ладно, девочка, я к тебе еще вернусь. Нет, обязательно спасем. Просто как-то... Я пытаюсь ударить и понимаю, что наоборот из меня шашлык сделали. Я бегу, спрятался. Фу. Вы меня не видели. Ага. Спасти ребенка. Ну... Все, сейчас все будет. Но что пока я ее не спасу. И. А если мы вот так сделаем? Вот, отлично. Все. Убегай. Кстати, подождите, убегайте. Все довольны. Уезжайте, вам тут делать нечего. Спасибо большое. Покор... На лестницу, быстро.
Так, да бегу. Все. Добрался я на крыше, так. Да никого нет, вы что? Как вы могли подумать? А чему все ищут? Всем нужен... А, вот, отлично. Я теперь просто... Я ничего не знаю, никого не видел. Все, я пошел. Ребята, всем пока. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Прятались на всякий случай. Ага, тут тупики. Я так понимаю, что-то даже ничего не спрятано. Ну ладно. Пошли дальше. Я дойду до Сен-Мель. Ослабевший Карл понял, что не увидит Сен-Мель. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Когда до Сен-Мьеля осталось 30 километров, надежда вновь их покинула. Я так понимаю, аванпост. Колесо пробило. Угу. За колесом, А вы меня пропустите? Так, либо форма, ага, либо-либо. То есть либо такой сможет пройти. 34 километра. Так, понятно, до колеса нельзя, потому что вон там. Ладно, идем в обратную сторону. Зайти мне не могу, потому что могу зайти либо-либо. А, здесь нужно колесо, понял. Так, ну туда я еще схожу. Скорее всего, нам вон надо будет наверх подняться. 1874 год. Все. Ушел. А вот и форма. Так, у нас тут даже спуститься куда там. Куда это я? А, только форма, понятно. Да ладно, ладно. Сейчас мы все найдем. Что такое? Ты чего-то хочешь? Ничего не хочешь. Поднимаемся наверх. А почему тут-то меня остановили? Форму я вижу. Отлично. Я поднимаюсь наверх и понимаю, что... Понятно, он не должен меня видеть. Отвернулся, поднялись наверх. То есть наверх я подняться не могу. Нужно подождать, пока он отвернется, вырубить его. А меня вот этот разве не должен увидеть? Что-то как-то странно. Либо пройти за... Так, сейчас, давай, развернись. Молодец. Так, ты меня не видишь. Отлично. Сосиску утащил. Есть. Все. Вы меня теперь везде должны пропускать. И все. Какие проблемы-то? Я ж свой. Спасибо. Здесь у нас чего? Тут у нас лестница. Спуститься. А что такое? Нужно сначала скинуть лестницу. Здесь я переоденусь, все понятно. Здесь я переодеваюсь, спускаюсь вниз, чтобы быть уже как солдат. Все. Когда мы сейчас вниз еще спустимся, в самый низ. Потому что туда можно только вот в такой форме пройти.
Спускаемся. Да я свой, свой. Не ожидали, да? Спасибо. Еще, видимо, одна телеграмма. А вообще, что это такое дали? Французская чрезвычайная банкнота. Купюры монет, выпускаемых Национальным банком Франции, не хватало для покрытия военных затрат. И в ход шли чрезвычайные деньги. Местным властям было разрешено выпускать банкноты собственного производства. А, стоп, мне надо переодеться надо. Я не в той форме. Пошлите наверх. Вон, заходим, спускаемся вниз. Переодеваемся. Отлично. Спасибо за вино. Оно явно нам пригодится. Чё ты взял? Хорошая собака. Чё, хочешь сказать, что ты... Я уж думал, в бутылку закопал с вином. Да ладно, ладно. И кто б сомневался, что ты меня пропустишь. Так, поднимаемся наверх. Так. А, сюда, все понятно. Это на всякий случай, если вдруг нужно будет там поменять форму, с одной формы в другую форму перепрыгнуть. Угу. Так, инструменты. Поднимаемся наверх. Тут у нас ничего не спрятано, да нет. Я хочу вино. Понятно? Хорошо. А, стоп, нам нужно переодеться. Нам нужно переодеться. Так, переодеваемся в форму, потому что полиция нам не позволит взять вино. Мы переодеваемся в форму, выходим, забираем вино. Так, не туда пошел. В другую сторону. Ну ладно. Переоделись. Спустились вниз. Взяли вино. Поднялись обратно. Переоделись. Теперь мы в форме свиной. Все. Отлично, поднимаемся наверх. Так, теперь переодеваемся обратно полицейского. Так. И теперь тут мы с вином. А вы думали? Все, ребята, нормально все? Мне нужно винца отдать. Держи. Да. И что нам это дает? И
Ну, карточку-то я взял, я понимаю. Может быть, то, что это уже необычный. А, все понятно. То есть это уже в звании. Смотри, что творится. Тебе честь отдают. Да я понял, понял. А. Так, все, 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 мы ничего не видели. Сейчас мы колесо поставим. И поедем дальше. И все честь. О, даем честь. Ой, молодец. Отлично. У нас продолжение гонок. Так, а можно как-то, чтобы бросить назад динамит? Понятно. Лови. Лови. Раз. И два. Так, 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 так. Спокойно. А куда бросать-то? Ну. А что делать-то надо? И все? Помяли мне машину. Так, опять ты. Да что ж такое-то? Чувствую я еще одного попадания не переживу. Ну, куда стрелять-то будешь? Так. Дальше. Мимо. Так, мимо. Во! На! Да-да-да-да-да! А чё ты отсюда-то начал? Ой! Ой! А ты тоже... Так-так-так-так-так-так! Может быть, к нему надо ближе подъехать? Так просто не возьмешь уже. Причем сам же отъезжает. Так, сюда. Сюда. Так, так, так. Да чтоб тебе. Ты смотри, что творит, а. Ой, 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 ой. Минус два. Да не попал. Раз. Молодец. Два. Фух. Опять. И опять этот сзади. Ну и что теперь с тобой делать? Так, 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 так. Устроил тут. А! На! Не ожидал. Так. Так. Как ты вот... Откуда у тебя столько бочек, скажите мне? Хорошо, хоть сохранение есть. Ну правда. Чего от него ожидать, даже непонятно.
Особенно по количеству бочек. Так, мимо. Так, с этого раза. Это... Да. Вот это тяжелая история будет сейчас. Причем немножко непонятно, куда эта бочка упадет. То есть она выпрыгивает, и вот куда-то она падает, а куда она падает? Мимо. Опять мимо. Отъехали. На! Ну все. Фу. Вот все, что было до этого, было прогулкой. 1 километр. Сен-Миэль. Наконец-то. Фу. Вот это было тяжело. Глава 4. Деревянные кресты. Но восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. Захваченный Сен-Миэль 9 апреля 1917 года. Но у нас уже война подходит к концу. Давайте мы на этом остановимся. Спасибо всем, кто был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч и всем пока-пока.